Вот в следующем стихотворении Сергея Клочкова опять стихия присутствует. Вот, наверное, неспроста все, что связано с этим временем переломным, напоминает стихию, буйную и неуправляемую. Белесой серой мглой
То ли люди, то ли бесы на земле и над землей, разве ты не слышишь воя? Слава Богу, что нас двое в этот темный, страшный час. Слава Богу, двое нас. Слава Богу, слава Богу, двое, двое нас с тобой. Я с дубиной у порога, ты с лопатой Ты спроси у моих современниц, каторжанок, стопятниц, пленниц, и тебе порасскажем мы, как в беспамятном жили страхи, как растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы.